Прошлый привратник у нас не получился, а запишем мы этого. Ну, значение его нисколько не изменились за пару минут. Находится этот привратник все еще на Черном мосту. Это было сказано для тех, кто все-таки думает, что он изменил свое местоположение. Итак, вот у него такая аура урода. Туда нельзя заходить. Удар рукой, просто подпрыгнуть. Такой удар рукой, подпрыгнуть, либо же парировать. Парировать, конечно, лучший вариант. И желательно вот эту атаку у него сбить, потому что она может нанести вам колоссальный урон. Но, к сожалению, не всегда получается сбить. Да, увы. Прыжок надо желательно присесть, либо перекатом. Не зря говорят, что перекат лучший друг игрока в Dead Cells. Потому что он дает тебе полную неуязвимость. И вообще очень помогает. Главное, не пытайтесь подойти к привратнику во время ауры урона, и вы легко его победите.